Прошло какое-то время, мы подготовились к спуску на воду. Сегодня большой день, сегодня корабль впервые коснется воды. Он сейчас у нас снят с кильблоков, кильблоки из-под него убраны. И его положили на такие пневматические баллоны резиновые, надувные. Он на них сейчас и лежит. Единственное, что его удерживает, это стальной трос, который продет в тоннель носового патрулирующего устройства и держит его от спуска. Вот, когда разобьем шампанское, обрежем трос, и он сойдет в пучину морскую. Ну, как видите, по сравнению с прошлым нашим визитом, здесь произошли драматические изменения. Уже установлены швартовые якорные лебедки. Якорь-цепи заведены в клюза, и на них висят якоря. Здесь уже смонтирована мачта. Но самое, конечно, видимое, это надстройка. Она уже стоит на месте. Сегодня мы спускаемся на воду. Ну вот мы на мосту. Как видите, тут тоже у нас разительные перемены. Установлены пульты, затянуты кабели, проведена вентиляция, ставятся коряба под обрешетку, разделяющую помещение, термозвукоизоляция. Всего прошло меньше месяца. Ну вот такой вот у нас вид на главную палубу грузовую. Так вот все симпатично. Теперь пойдем посмотрим на слепвей. Вот он уже очищен, с него убраны бетонные заграждения. Сейчас подойдет прилив и поедем, покатимся.
сегодня спуск на воду, успешный спуск. Разбили шампанское, послали пароход. Его первое грузовое плавание. Плюс с экипажем на борту, с людьми, под салют, под фейерверк. Ну что, я желаю ему хорошей, долгой морской жизни, безаварийной, беспроблемной, беспиратской, успешной коммерческой жизни, чтобы он был как, знаете, курочка, несущая золотые яйца своим владельцам. Желаю так, чтобы этот пароход был настолько хорош, чтобы ни один владелец не хотел его продавать следующему владельцу. Ну а имя этого судна уже и так гарантирует прекрасную жизнь, долгую и трудовую. Поздравляю Николая Великого!